Итак, всем привет, с вами Джо. Итак, вы, наверное, помните меня. Я делаю разные штуки, ну, там, прочие вещи. Помните, я сделал лизуна Петю? Ой, да-да-да, Петю. Петя, просыпайся. Зачем ты меня беспокоил? Теперь я буду тебе приставать. Ну ладно, Петя, только не приставай. Нет, теперь я буду тебе лезть, где? Послушай, Петя. Лезь, пожалуйста, ко мне в видео. Ладно. Я закрою тебя и постучу 3 раза, чтоб ты уснул. Хорошо. Что случится? Я все слышу. Итак, я все сделал, нажимаю видео на паузу для кое-чего. Итак, всем привет, это моя кошка. Она нам сегодня понадобится для... Больше вы видите чего. Сегодня я вам покажу приколы с моей кисой. Чам-чам-чам-чам. Ладно, киса, беги. Беги. Но не сюда ко мне, а туда, в зал. Видите, я такой звук на YouTube, когда он кошка. Киса. Перевод. А вот и мы у кисы. Итак, дорогие друзья, это видео буду выпускать в YouTube. Так что, пожалуйста, не мешайте мне. Ладно? Ладно, все. Итак. Итак, я снимаю Майнкрафт реально. Для этого понадобится... Конечно же, вам понадобится... Конечно же, понадобится... Меч. И не простой, а очень, сука, железный. Так. Ага, у нас тут есть для кошки молоко, вот. Прости, Петя, вот это уже Майнкрафт, а не реальная жизнь, точнее Майнкрафт реальная жизнь. Так, мне надо добыть сириус. Ага. Я ее не взял. Съем. Так. Снова берем защиту. Так. Думаем этот стол. О нет, мой нож ломался. Что теперь делать? Догоди деньги, я куплю даже самый хилой нож. Есть! Он стоит всего лишь $2. Так, чик. Мой нож отняли. Берем печенюшку. Видите, я откусил. Ну ладно, теперь я включил компьютер для того, чтобы показать вам некоторые клипы. Наверняка вы любите смотреть клипы.
Наверное, просто обожаете. DMA. Священная компания. Ой. Видео очень долгие утомители. Так, какой вам клип показать? Давайте один кенийский клип, вот этот. Снимал. Итак, это было рисовать довольно сложно. Но сейчас мы нажимаем видео на паузу. Так вы думаете, что значит это? А, он светит на него фонариком. Ух ты, что это происходит? Блин, еще один круг, еще один. Наверное, издевайтесь. А, нет, Фу, да что такое? Просто заел. Так, ну все. Тогда нет, не сохранять, мне это не нужно. Так, что я закрываю комп и выключаю видео.